Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». 9-й кубок Владислава Третьяка в Самаре разыгрывают 12-летние хоккеисты. Хозяин соревнований – самарский ЦСКА ВВС, всегда в игре. На этом турнире за приз олимпийского чемпиона сражаются команды ведущих клубов континентальной хоккейной лиги. Это большой праздник для мальчишек, для болельщиков, потому что хоккей действительно – это очень уважаемая и любимая игра в нашей стране. Вот. Тем более мы в этом году, вы знаете, празднуем 70 лет советскому хоккею, российскому хоккею. У нас президент играет в хоккей. У нас в этом году, вы знаете, чемпионат мира в Москве. Поэтому каждый турнир для нас очень особый. Чтобы поиграть за сборную России на чемпионате мира, юные спортсмены должны сначала заявить о себе на Кубке Третьяка, ведь олимпионик смотрит все матчи турнира, это 5 дней. В четверг, 7 апреля, звезда мирового хоккея вручит Кубок чемпионам. Такой незабываемый спортивный праздник проходит при поддержке администрации Самары. Для всех ребят это большой стимул для того, чтобы заняться этим прекрасным видом спорта, для того, чтобы прийти, одеть коньки, взять клюшку и начать тренироваться. Начать с золотой шайбы, про которую мы с вами уже говорили, начать с турниров непрофессиональных и стать уже действительно большим хорошим профессионалом, кто эту цель себе ставит, и уже выйти на мировую арену. Кроме самого хоккея, фанаты и участники соревнований могли напрямую пообщаться со своим кумиром. Участник суперсерии СССР-Канада 1972 года Владислав Третьяк раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.